Потрясающе интересное занятие как для маленьких, так и для больших. И я думаю, что вы поняли, что речь идет о рисовании мелками. Недавно Василисе купили мелки. Заезжали в магазин Fix Price и там увидела, решила попробовать. Кстати, они мне очень понравились. Они очень мягко пишут, большие, как раз для маленькой ручки удобно держать. До этого Василиса рисовала дома маленькими школьными мелками. Ну и, наверное, никому не надо рассказывать, какое это полезное занятие. В конце видео я расскажу, как можно сделать грифельную краску своими руками очень бюджетно. У нас в квартире есть несколько поверхностей с грифельной краской. Это доска от башни помощника, это стенка стеллажа, которую я перекрашивала, и Василиса прекрасно на ней рисует. Также, кстати, очень удобно мне делать заметки, что, например, нужно купить. Есть еще одна поверхность, она находится в коридоре, но она еще высоковата для Василисы, поэтому мы рисуем там со старшими детьми. Ну а теперь, как обещала, рецепт грифельной краски. Нам понадобится 1 литр акрилового лака, 1 баночка черного колера, можно взять зеленый или темно-синий, или вообще какой вам понравится, и также 2 столовые ложки сухой шпатлевки. Вот и все замешиваем и можно красить.